я здорово, пацаны. Ай, здорово. Наконец-то собрались, блин. Самая лучшая компания. Че у вас там, карантин? Да, у Паши карантин. Смотрите, у нас задача простая. В общем-то, Паша уже, Клейнс, участвовал в нашем батле. Я уже участвовал. Скидываем по очереди фотографии. Каждый выбирает сам. У нас будет 4 раунда. На один раунд одна фотография. То есть, получается, я что-то выбрал, при этом ребята этого не видели. И, соответственно, каждый также выбирает фотографию. Нам нужно за короткий срок будет, за 5-10 минут, сделать фотографию. Самое главное, это не техническое исполнение, а идея. Чем смешнее, тем лучше. Поэтому, собственно, все понятно, да? Да, вроде да. Есть. Офигенно. Предлагаю скидывать, я одену очки, да, чтобы как бы плюс 10 к харизме было. Я увидел и стырил. Не, ну правильно, да. Давайте да, я да. сделаю плюс 15 к здоровью, типа, по-любому поможет. Это плюс 15 анонимно к здоровью, минус 20 к звуку, да? Все, готовы, да? Паш, ты готов? Да. Что? Так и дальше. Ладно, тихо, все, хорош, все, заканчиваем. Скидывайте, что получилось. Я кидаю. Да, давай ты первый. О, нашел других тоже. Команда со соседей мира. Ты скажешь, там еда. Да. Буква классная, мне нравится. Это как у меня на маке там этот. Да. Смотри, какие у него сосочки. Этих чуваков тоже, типа, как ты их искал вообще, которые слева справа? Просто набираешь мстители толстые. Я так вырезал. Что там следующий кидает? Ты? Я? Да. Разрывай просто. Чувствую морды, блядь. Блин, гениально просто. Такие руки в разные стороны. У меня просто нет слов. О, я скидываю, точно, да? Да, нет. Эта композиция называется «Я у мамы самый лучший в семье». Да, нормально. Действительно, я ой. Это типа киндер-сюрприз, да, такой? Да, типа того. Чего? В этом больше смысла, чем в нашем сегодня. Че, суйки, да? У меня сейчас будет немножко грустненько, но думаю, нормально. Блин, ну что, ну это не смешно, Матвей, это грустно. Это грустно, да. Это аморально смеяться. Я только забыл, он у него все камни стырил, да? Вообще-то это бодипозитив, все нормально. Ты вообще нормально обработал? Блин, Матвей, нет, это слишком жестко, мне опять плакать. Не, у меня идея была, типа, знаешь, магазин там закрылся уже в 11. Мне надо было так сделать. Я забыл. Черт. Это ты на Reddit нашел? Да. Ну ладно, что, погнали? Не, ну погнали, а что? Да, что? Второй раунд, да? А что, я опять что первый скидываю? Ну да, по списку. Чатер грустный, да? Чего, у меня грустное? Да не грустное, то что это так представляет у нас Илона Маска. А, патриотичный арт называется, да? Да, патриотичный арт. В общем, подготовьте свои в смысле, головы, да, к этому дерьму. Ну, лучшая картинка за сегодняшний вечер, на самом деле нет. Я объяснял абсолютно. Нет, вот это нормально, да. У меня опять, кстати, композиция такая, она говорящая. Она называется на этот раз «Найди крысу». О, блин, вот это классно, да. Знаешь, еще надо было кружок красный выделить где-то там далеко. Когда кружок такой красный, типа. Да, внимание отвлечь, а там чувак сидит. Ну ладно, так, теряки, да. Давайте я две штучки там кину, или три. Давайте четыре. Это вот первое. О, Гордон Рамзи. Еще вариант такой. А это твой стиль фирменный, да? Ну и все, и последнее, да. Понял. Разогнался.
Ну, с Гордоном Рамзи хороший. Нет, Гордон Рамзи вообще хороший. Ты там кошку не трогай, а? Положи ее на землю, положь, тебе говорю. Кошку положи. Тихо, тихо. Все, убираем их кадр. Олежка, 18+. Это уже OnlyFans, да, там? Че, вы готовы? К третьему раунду, короче. О, давай. Да. Давай. Опять я, да? Третий раунд, давай. Это понятно. Короче, у меня три. Первый, но на первый мне нужно, короче, этот подготовиться. Шляпу снимаем. Так, давай, давай. Эту одеваем и поехали. Так, ну это чисто для тех, кто в теме. Это дрэк. Я подготовился. Так. На лайте такая, да? Хорошо, да. В голове всплыло. Че? Ой, я вообще что всплываю. Вот это лучше. Да, вот это прям очень хорошо. Я так понимаю, сейчас моя очередь, да? Да, все правильно понимаешь, давай. О, да. Да. Давай, Жару. Блин, гениально просто. Прям, знаешь, подбородок четко подошел. Кто бы мог подумать, да, Паш? Эта композиция называется «Здравствуйте, я Андрей из...» Эйвен. Надо было меня туда вставить. Камеру вырубай, блин. Знаешь, куда я должен был? Я следующий. Все, я кидаю сразу. Понял? Неплохо, неплохо. Нормально, нормально. Еще один такой лайтовый вариант. Я позаботился, короче, и зашил ему. Зашил, давай. Просто нормально. Чисто. Ты реально заботливый. На этом заботливый. Нормально сидит. О, блин. Блин, вот есть такие фотографии, на которые ты смотришь, и идея прям сразу прилетает. Так, ну, короче, первый такой разогревочный. Вот, так нечестно. Ну, короче, вторая все. Так, так. Это же новый видос. Нет, надо 24 часа, я кот. Я кот. Я думаю, она ноля может залететь. CTR просто 100. Так, а сейчас моя очередь. Да, вот смотрите, да. Картинка номер один. Импровизированная в фотосессии, к сожалению, вот пришел. Ну и, соответственно, есть, короче, техника теневых клонов. И я аж чуть не умер. Блин, это для тех, кто в теме, как бы. Не, ну это, блин, это все в теме. Ну что ты? Нет, я в теме. Ну, я знаю. Я так с подъемкой под мышкой типа держу. Почему кошку шакалило справа внизу? Ну что, я закидываю. Как называется? Как справа называется? Тоби пи***. Понял. О, да. Это настоящий пельмень. Лапа просто. Я так и знал, что у нас тема будет похожа, потому что сразу тоже в голову эта идея пришла. О, май гад. О, май гаднес. А что, одна только, да? Да, да. Я не успел. Смотрите, ребят. Есть такие прекрасные стикеры. Смотрите. Пошла просто. Идеальное качество. Так. Я никуда не клею, потому что это слишком. Мне жалко куда-то клеить. Это надо же вот так сохраниться. Я должен в рамку. У меня тоже есть стикеры. Вот, твои, да? Хочу сказать последние слова. Крайние. Давай.
Смотрите Джо-Джо, или я вас найду. Блин, Матвей завис после этого. Спасибо большое, что вы выделили время сегодня, нашли, поучаствовали в видосе. Я думаю, что получилось круто. Надеюсь, вам тоже понравилось. Обязательно пишите в комментариях, это я сейчас подписчикам говорю, какая работа вам больше понравилась. Да, пока, F9, любим. Всем пока, всем люблю, смотрите Джо-Джо. На них всех пока. Подписываемся, вот на него не подписываемся, на них подписываемся. Пока-пока. You want me to take you back? You want me to take you back? You want me to take you back?